Здравствуйте, это Краснодар. Сегодня 14 июля 2017 года. Я приехал на мероприятие казачье крупное Совет атаманов и буду на нем присутствовать. А сейчас я нахожусь возле знаменитого памятника кубанскому казачеству. Здесь расположена администрация Краснодарского края и глава администрации, губернатор Краснодарского края, здесь находится. Ну вот, к сожалению, музыка опять играет, и вот музыка, она всегда очень вредит блогерскому делу. Вот. Ну, думаю, YouTube не заблокирует мой этот ролик. День сегодня жаркий. Ну, Краснодар, конечно, это не Анапа, это крупнейший город, миллионник. Вот, поэтому здесь все большое, грандиозное по сравнению с Анапой. Анапа маленький городишко. Вот, ну, столица Кубани, она должна быть именно такой. Ну, Совет атаманов будет проходить здесь, в этом здании. А здесь установлен бюст Георгию Жукову, и вот такая арка установлена, и сверху Георгий Победоносец. Ну, тоже одно из таких знаковых мест Краснодара. Вот казаки, сегодня форма одежды определена в белых рубашках, вот подтягиваются. Вот так вот выглядит Краснодар. И вот еще такой ракурс на памятник с этой стороны. Вот, ну а там вход в зал, казаки собираются. Ну и я тоже туда отправлюсь. Репортаж я там, ну, наверное, делать не буду. Вообще готовлю видео с рассказом о жизни, вообще об устройстве, о делах кубанского войска. Я думаю, будет интересно послушать в Забайкалье моим землякам, и в частности казакам Забайкальского казачьего общества, потому что есть что перенять, опыт огромной работы кубанского казачьего войска. Мирошниченко Романа Владиславовича, младшего урядника дружинника Кущевского районного казачьего общества.